Константин Симонов. Пожар стихал, закат был сух. Всю ночь, как будто так и надо, уже не поражая слух, к нам долетала канонада. И между сабель и сапог, до стремени не доставая, внизу, как тихий василек, бродила девочка чужая. Где дом ее, что стало с ней в ту ночь пожара, мы не знали. Перегибаясь к ней с коней, к себе на седло поднимали. Я говорил ей: «Что с тобой?» И вместе с ней в седле качался. Пожара отсвет голубой навек в глазах ее остался. Она, как маленький зверек, к косматой бурке прижималась. И глаза синий уголек все догореть не мог, казалось. Когда-нибудь в тиши лесной, с черемухой и майской дремой, у женщины совсем чужой, всем нам вовсе незнакомой, заметив грусть и забытье без всякой видимой причины, что с нею, спросит у нее чужой, не знавший нас мужчина. А у нее сверкнет слеза, и, вздрогнув словно от удара, она поднимет вдруг глаза с далеким отблеском пожара. «Не знаю, милый!» А в глазах вновь полетят в дорожной пыли кавалеристы на конях, какими мы когда-то были. Деревни будут догорать, и кто-то под ночные трубы девчонку будет поднимать в седло, накрывши буркой грубой.